это часть всеобщей истерии. Да, то есть нам какие-то санкции каждый день объявляют, мы пытаемся отвечать. Хотя я считаю, что, ну, наверное, это не совсем правильно, потому что уж коль мы пустили Макдональдс в нашу страну, и он распустил тут такую сеть, да, и тем паче, что этот бизнес хорошо идет в России, да, вы только собираете налоги, и все. Хотите, дополнительно облагайте налоги, да, зарубежный бизнес, хотя я думаю, что тут, наверное, российские структуры работают, хотя я не в курсе, честно говоря, но я думаю, что все-таки, наверное, зарегистрированы российские структуры, которые точно так же платят налоги. В конечном итоге нам нужно собирать сейчас налоги в наш бюджет. Поэтому вот эти все, знаете, там щипнул, это все тоже как бы к хорошему не приведет. Поэтому надо как-то спокойнее относиться к ситуации и достойно отвечать на те санкции нелепые, которые вводятся почти ежедневно уже, еженедельно точно.